нами остатки коровника, бездействующего с 1990 года. А рядом с ним две заброшенные силосные ямы, в которых уже несколько лет живут деревенские ласточки. Именно туда мы сейчас и заглянем. Известно, что ласточка деревенская гнездится в основном в надземных постройках. Например, в гаражах, в деревянных домах, одноэтажных постройках иного типа. Но есть и необычные места для гнездования. Мы находимся как раз на месте разрушенного фермерского хозяйства, где раньше была выкопана силосная яма, накрыта была железобетонными плитами. В настоящее время она не используется, и ласточки как раз используют ее для гнездования, так как имеется щель для залета внутрь, и они гнездятся внутри. В этой силосной яме два гнезда. В одном кладка из 6 яиц, а во втором птенцам уже приблизительно 3 недели. Гнездо деревенские ласточки сооружают из комочка влажной земли и глины. По форме оно напоминает открытую чашечку. Внутри выслано перьями и травой. Обратите внимание, трехнедельный птенец из второго гнезда осваивает территорию. Птенцы сидят в гнезде, пока им не исполнится 3 недели. После того, как научились летать, они еще приблизительно неделю живут в гнезде, вылетая из него и возвращаясь назад. Все это время родители их кормят и подсказывают дорогу к гнезду. После того, как птенцы окончательно покинут гнездо, родители делают следующую кладку. За лето ласточки обычно воспитывают 3 выводка. Теперь ученые будут обследовать второе силосохранилище. В нем одно гнездо. Вот в этом гнезде тоже находятся птенцы и ласточки. Их целых 6. Это достаточно большая кладка для ласточек. Они чуть моложе, чем те, которые были в предыдущем гнезде. Им где-то 4-5 дней. Ну вот и все о деревенских ласточках подземелья. Оставайтесь с нами, и вы узнаете много интересного о птицах, населяющих Россию. До скорых встреч!